Однажды наш басист решил откосить от концерта. Сэм! А, ну нет! Сэм, просыпайся! Нет, у нас концерт скоро на репочном! Нет, чувак! Чувак, подожди, нет, концерты для слабых! И репетируют те, кто играть не умеет, ты этого не понимаешь? Ты этого не понимаешь? Сэм, ну погнали, надо репать. Ребята, друзья наши, они ждут концерта, они хотят прийти потанцевать. Эй, чувак, мы не зря были на студии, мы записывали так много песен, их было три. А сука, Денин заплатил, а сука, сил я потратил, я больше не хочу на это денег тратить ни времени, ни сил. Но мы можем сделать как? На Джимми Хендрикс? Нет, но все равно будет круто. Все, короче, Сэм, давай, погнали на репетицию. У нас концерт уже 18 числа, а нам надо хорошо подготовиться. Но мы все-таки первый раз в Махно играем. Сколько денег стоит вход? Смотрите в описании под видео.